Оба. Давай, братиня, давай, давай. Оба. 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 Ну иди сюда. О, 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 кстати, пьется. Кстати, олень. Давай. Съешь тебя и чё? Так, школа выживания. Так, вижу оленя. Вижу ворону. Ебать! Я он сбил ее? Да! Охуенно. Смотри. Опа, еда. Зивка, Зивка. Зивка, смотри. Апорт. Не туда! Так, у меня бэмби, бэмби зарубили. Ёб твою мать. Хочешь, отдал? Как ты это сделал? Блять! Ну сорян, ну. Давай, давай по-братски, по-братски, давай. Клоц? Все, отлично. А мы и есть братья, походу. Ну да. Причем даже не двоюродные. Скорее, с одной мамки вылезли. Смотри, что у меня есть. Твоя любимая вещь. Аппорт. Помнишь, как мы с тобой в детстве играли? Ой, бля, нет, туда не ходи, там крокодилы. Ну, попить можно. Это плохо. Самая лучшая защита — это нападение, погнали. Кстати, мне надо похавать, надо быстро. Слышишь, вот оно! Да, да, я видел. Ой, ёбаный в рот, Валис, кто это такой? Это твой брат? Нет, это не твой, их там двое. Которым ты... Иди сюда! Иди сюда, куда убежать? Так, я его валю. Зивка, бери его на руки и погнали. Сейчас, погоди. Сейчас. Да на руки возьми, там уже разберем его на по частям. Погнали. Ладно, ладно. Они думали, знаешь, что мы типа из Нью-Йорка там, типа, блядь, вообще выживать не умеем. Ой, я. Мы сейчас посмотрим, кто кого еще сожрет, блядь. Ой. Твою мать. Ты его тоже уронил, да? Ну, блин, ладно, пусть плавает. Можно кисель сделать, понял, кровавый. Пить его тут потом. Так, подожди. Ты пытаешься, походу, что-то рубить, да? Нет, я книжечку открыл, здесь светлее. Hello. А, боже, как я обосрался! Ой, как я ору, господи. А что ты это по три штучки? Мне страшно там. Ну ты сказал как есть. Давай, рубим. Вот именно. Работаем. Работаем. Мы два черных, чтобы приехали на остров, чтобы работать. Чтобы работать. Работаем. Вообще работаем идеально. Сибирь нам надо. Сибирь. Надо, да, стоп, да. Полгода, там господи, посмотри, как работаем. Просто идеальная работа. Я помню, я здесь еще рубил дерево, и должно было быть, но... Не, его нету. Как-то земец какой-то спер, наверное. О, дерево! Ого, привнули! Господи, как же мы работаем. Работаем, блядь. Ну, чувствую я себя, откровенно говоря, не... Знаешь, что самое интересное? Блядь, не то сделал, на. Блядь, все рассыпалось. Так, подожди, ложиться, правильно? Да, ложиться. Мне нужно выключить эту зажигалку, а то мне она надоела уже. Я и сдох, и у меня выключилось вообще шикарно. Не надо выключать. Не надо выключать. Боже мой, чайка позарилась на бревно. Надо ее пиздануть. Опа, ёпсу. Я прям услышал. Держи, 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 Валис, это подарок, это тебе. Ой, спасибо. Да, забирай, забирай. Нравится? Нравится? Можно на ключи повесить. Там, чё делать? Ой, шикарно. Ебой, это теперь дом. Сохранится. Вау.
You spade my... Пойдем на яхту посмотрим, отдохнем. Да, кстати. Мы заслужили этот... Кстати, мы заслужили, реально заслужили. Полностью согласен. Тут журнал. Яхт-клуб. Да? Ого, слушай. Отлично. Ну, ты знаешь, ух ты, веревочка, смотри. Тут можно веревочку взять, еще веревочка, еще веревочка. Можно эту яхту разобрать? Тихо, я чайку вижу. Давай, пизди ее. Пизди, пизди, пизди. Резко тебе, резко! Давай. Морская звезда, тоже еда. Тоже еда. Опа, башка чайки. О, можно так, кушать. О, можно уже хавать, отлично. О, слушай, кусок большого мяса, я нахавался полностью. Ну, я почти... Чё-то я рыгаю? Или не рыгаю? Это от счастья, Зивка, от счастья. Нихера себе! Дай подержать. Ага. Смотри, что ползет. А куда это ты? В водичку?